Всем привет! Сегодня я покажу вам вот такой вот мой помощник, кофе-крем. Помощник не только для меня, а для всей моей семьи. Мы заказывали его на розетке. Вот он пришел через пару дней. Неплохо упакован, здесь очень много пупырки, поэтому коробка, я даже не переживала, что он пострадает. Вот в такой вот баночке. Баночка большая, 500 миллилитров. Сейчас весна и особенно актуален для нас, потому что у меня и у самого младшего ребенка очень сильно шелушится кожа, и отопительный сезон для нас пагубно влияет. Вот. И также весна, когда мы очень долго гуляем на улице, тепло, щеки, руки и, в принципе, вся кожа, наверное, очень шелушится. Особенно вот у нас в Харькове не очень хорошая вода, достаточно такая с хлоркой и жесткая, я бы сказала. Поэтому без тупи-крема нам вообще не обойтись. Пробовали разные крема. В основном нам подходят с мочевиной, потому что если есть в составе, смотрите, мочевина, глицерин здесь, мочевина 2%, глицерин 10%. Значит, он будет очень хорошо помогать при атопическом дерматите, при очень сухой коже. Все остальные лосьоны и крема, которые мы пробовали покупать в супермаркетах, аптеках, магазинах у нас в Украине, они все без мочевины, и они обычно, даже если увлажняющие либо питательные написаны, они впитываются моментально, и, в общем-то, кожа по-прежнему остается сухой. Тупи-крем же советуют тем, у кого действительно кожа склонна к атопии, либо не помогают крема самые обыкновенные наших производителей. Вот. И помогает он сразу. Можно эффект увидеть с первого дня. Увлажняет отлично, наносится небольшим слоем. Нанесли таким вот, чтобы оставались разводики, я бы так сказала. Вот. И подождали минуты 3, наверное, вот так. Если кожа действительно, вот как у нас сейчас, у младшего щеки, они очень сильно шелушатся. Прям к вечеру становятся красные, особенно если выйти после душа, неприятное шелушение, красные, тогда вот наношу, чтобы впитывались, как вот масочку мы для лица наносим. Если для всего остального тела, которое просто шелушится, в том числе у меня ноги вот сейчас очень шелушатся, то наносится, ну, как обычно, лосьон для тела. Вот здесь у нас такой защелка, клапан. Сейчас мы его снимем. Ага. Нам хватает на семью, вот два малыша и я, примерно на 3 месяца, но пользуемся мы очень обильно. Вот как он выглядит. То есть он не густой, как вот некоторые думают, крем под подгузник, который вот сушат, знаете, они такие густые, прям как белая глина наносится. Нет, он очень приятный к телу, как лосьон для тела жидкий. Но на самом деле впитывается он не так быстро, примерно, ну, может, секунд 30 будет ощущение еще крема, еще такой жирности какой-то на руках. И потом он, ну, в принципе, на теле. И потом впитывается. Он достаточно приятный, имеет легкий запах. Отдушек немного здесь. Запах, не знаю, с чем его описать. Ну, не молока, наверное, каких-то сливок, ваниль. Но очень-очень легенький. То есть нет специфических каких-то отдушек. Так как он является гипоаллергенным, и очень часто аллергетики его используют при аллергиях, так как он является как для атопиков, поэтому аллергетики очень часто используют. Поэтому я думаю, что даже здесь нет особо никаких ароматизаторов. Это природный его такой вот запах его природных компонентов. Ну, вот такой вот. Лосьончик всем советую, попробуйте. Есть маленькие упаковки. Мы поначалу взяли первую упаковку маленькую. Там был не бутыль, получается, как обычный крем. Да, вот открываете
извините, выдавливаете. Но мы поняли, что нам нужна вот такая вот большая баночка, потому что нас много, и расходуем мы его постоянно. И так намного выгоднее, конечно, вот в такой вот 500 миллилитров. Ну что ж, я думаю, я все рассказала. Пробуйте. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Заходите, ставьте лайк. Всем пока.